уже почти прижилось. Подкова, хотя точнее полузамкнутое кольцо. Новый детский сад в ЖК «Лесной» на улице маршала Бирюзова начали строить в 2021 году. В ноябре 2023-го ввели в эксплуатацию. Форма действительно необычная, выполненная в форме каре или там незамкнутого круга. Да. Идея вот родилась у архитекторов с учетом места, локации и сложившейся застройки. Застройщик признается, из-за необычной формы пришлось потрудиться чуть больше обычного, но оно того стоило. Проект детского сада был признан лучшим на международной выставке Build School. А пока здесь все в ожидании малышей. Сад очень современный, светлый, большой, с современными спальнями, с современными игровыми, с красивой мебелью, очень красивый актовый зал, музыкальный зал, спортивный зал. Сад рассчитан на 170 детей. Набор уже вовсю идет. Попасть в новое дошкольное учреждение могут малыши не только из ЖК «Лесной». Это очередь, мы предлагаем сам этот сад любой вновь открывать. То есть человек, если стоит в очереди в электронной системе, он получает от вас сигнал, электронным носителем? Или за почту. Есть иногда перезванивает, и на почту, через госуслуги приходит уведомление. Свои медкабинет и пищеблок к обустройству последнего подошли со всей ответственностью, чтобы соблюдалась последовательность технологических процессов. Например, сырая и готовая продукция здесь не пересекутся, так же, как чистая и грязная посуда. В спальнях уютно и светло. Но для тихого часа слишком, к такому выводу пришел глава округа после осмотра помещения. В спальне все-таки хотелось создавать такой полумрак, уют, чтобы это сопутствовало для сна. Поэтому, мне кажется, нужно эту тему уже отработать. Этот недостаток устранят в кратчайшие сроки, например, за счет жалюзи или римских штор. Малыши впервые перешагнут порог детского сада в феврале. К этому времени здесь точно будет все готово. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».